Действительно, что вот эти люди делают фестиваль, друзья, поблагодарить вам. Это прекрасно. И организаторы. Константин Лютов, аппаратура. Аплодисменты, пару слов. Здравствуйте, всех люблю. Спасибо, что вы есть. Он не Максим. Браво! Завхоз! Максим, фамилия, не помню твою. Иванченко, если что. На самом деле, спасибо все-таки Диме. Если бы не Дима, ничего бы мы не сделали. Поэтому Диме ура! Спасибо. Оксана, руководитель волонтеров. Аплодисменты. Держи спиной. Дякую вам всім за те, що ви є. За те, що кожен вніс свою лепту, кожен допомагав. Я до вас кричу, але я вас люблю. Це мене така гаража. І дякую вам, що приїхали. Якби не було вас, нам би не було для кого робити цей фестиваль. А ми тут так піснячні. Спасибо. Людмила Девескиба, руководитель волонтерской кухни. Аплодисменты. Сказочный город. Намасте. Мы на закрытии фестиваля «Сказочный город». А ты кашляешь его, да? И, конечно, у такого большого коллектива есть еще одна мама, Елена Кэшко, руководитель сцены, аплодисменты, мама Лена. Спасибо большое, Леся, администрирование маркетинг, аплодисменты. Сказочный город. Спасибо большое. Алена тоже администрирование и маркетинг аплодисмент. Спасибо большое. Виталий Кириюк и охрана фестиваля, аплодисменты. Продолжает оглашать списки людей, которые участвовали в организации фестиваля. А вот стенд фотографии. Большое спасибо. Павел Молот. Второй руководитель охраны, аплодисменты. Многословие, аплодисменты. Ира Сакович, да? Сакович правильно сказал твоя фамилия? Аплодисменты, регистрация. Спасибо большое. Еще один регистратор, администратор фестиваля Наташа. Аплодисменты. Бессменная ночами и днями сидела, столько всего делала. Аплодисменты. Спасибо, как всегда многословные. Как всегда многословные. Алиночка. Оформление фестиваля, сцена, аплодисменты. Карту рисовала она. Вот здесь вот эта карта. Это все она. Аплодисменты. Благодарю, не бейте меня на карту. На самом деле все понятно. Это все у вас в голове может быть не так. Но на самом деле все понятно. Спасибо за ваши улыбки, объятия. Спасибо, аплодисменты.
Она целый день пробродила здесь по территории и рисовала, что тут происходило у нее. Виталий, завхоз фестиваля, аплодисменты. А ну покажись, какая ты разрисованная, красивая. Спасибо. Кто тебя так разрисовал? Классно. Как зовут тебя, малыш? Света. Кто тебя так рисовал? Красиво. Так, электрик, как тебя зовут? Саша, как классно, электрик, аплодисменты. О, а здесь котик еще. А ну покажи, ты какая у тебя личика, картинка. Покажи, пожалуйста, девочка. А ну посмотри. О, как классно. Какая классная. Супер. А давайте еще я вас сфоткаю. Вот этот котик обалденно, так классно. Спасибо большое. Так, кого еще? Детсад. А ну, девочки, посмотрите. Наташа Кирсан, а заплатить сменты. А улыбнитесь, как мяу. Благодарю. Вау, супер. Спасибо большое, Даша, за... Я только на видео. Я уже... Супер. А у вас даже такое? Ух ты, вот это да. О, это надо сфотографировать. Замечательно. Можно я вас глаза так? Классно. Супер. Я обалденно. Спасибо супер. Большое. Иван Басюк. Где Иван Басюк? Ваня Басюк. Великий, прекрасный Иван Басюк. Все, что было, он привез на фестиваль. Все, что надо было, и бесконечно еще больше. Аплодисменты Ване. Ребята, я вышла. Я вам жопы на сказке. Мы там на сказке жоп не было. Все было хорошо. Удачи всем. Ой, врет, ой, врет. Постоянно прикрывал все жопы на фестивале. Так, медики. Катя. Катя Морозова, аплодисменты. Санитары, профицируйте Диму. Великий клещолог. Господа, на этой сказке с многими из вами мы были слишком близки. Вот тебя встретим. Хорошее событие. И после всего этого вы нас покидаете. Но, надеюсь, ненадолго на одесской сказке. Не раньтесь, не падайте и не цепляйте клещей. Их попрошу похлопать второму медику, который прячется. Как раз в неделю. Покажите нам. Как это вы? Мы с этой женщиной с вами были слишком близки. Больше аплодисментов, больше. Спасибо. Так, кого еще? Кого еще? Оксана, говори, кто хочет из волонтеров еще сказать? Добрый вечер, друзья. Меня зовут Валентина. Я вообще на сказке впервые. Так получилось по воле судьбы, что я впервые и попала в эту сказочную команду волонтеров. Добрых, отзывчивых, чутких друзей. И хочу поблагодарить Алину, Лену, Кристину и Ирочку. Это девочки, с которыми я работала. Особенную благодарность хочу моим друзьям, землякам из СУМ, Ирине Мартыненко и Виталию Мартыненко, которые меня сюда заволокли. Самые добрые, добрые, радужные. Ну, спасибо, я мало писал.